Ребята, всем привет! Вы на канале TK Spati, я TK. И у нас сегодня вышли промокоды на Sedges Tokus. До этого у нас были на Genba, правила те же самые. Один промокод, один аккаунт, одна активация. То есть, если я раздаю там 10 промокодов, то это всего 10 человек могут их активировать. Дальше они становятся неактивными, это надо знать. Это правило у всех так соблюдается. Соответственно, вводим сюда промокод, который у вас будет всплывать в этом видео, либо где-то там в ТГ-группе, в ВК-группе. Все полезные ссылочки будут в описании, в комментариях к этому видео, скорее всего, будет. И вот так вот вы забираете сет жестокости. Это очень годный сет жестокости. Во-первых, он эпической редкости 6 звезд. Для новичков это будет очень актуально. На того же самого стартового Каэля. Например, конечно, он в сете кражи жизни, возможно, подольше поживет на КБ. Но на арене он в жестокости будет гораздо круче. Ну и в принципе, как и любого ДД, в мидлгейме где-то год плюс, когда играешь, собирают в сет жестокости. Ну, не знаю, у меня, мне кажется, большая часть собрана в этот сет. Смысл в том, что круче него только сет летальности, который надо фармить, там, не знаю, полгода с роковой башни. Вот, желательно с трудной, и только на Астроникс такой есть, соответственно, сетик, который она дает. Там к нему, по-моему, 5% крит шанс еще добавляется, что ли. Да, иногда это критично, потому что ты его не можешь нигде найти, этот крит шанс. Но самое главное — это разлом. Есть еще сет интуиции, там плюс скорость, минус 20% брони, но все-таки по мне так сет жестокости даже... Хороший сет жестокости, мне кажется, даже на ДД, которому там уже два раза залили на арене, он именно под арену круче. Вот, потому что, ну не знаю, интуиция при прочих раундах, да, она круче по параметрам, потому что там, по-моему, 12% скорости добавляется, но я все-таки за сет жестокости дамагером, вот, или за сет летальности. Плюс беспощадность, либо к нему еще крит урон миксуют, и в итоге получается много атаки, много крит урона, 100% крит шанс, и всех бахает, стандартно. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. В шорцах будут промокоды на этом канале, посмотрите, их уже на Генбо выходило много, в ТГ-группе. Спрашивайте, соответственно, про сеты жестокости, спрашивайте про промокоды, я могу их продать в личку. То есть, если вы не хотите ловить, они будут выходить в видео и так далее. Вдруг вы там долго не сидите в интернете там, или не можете там ТГ-группу, да, смотреть постоянно. Можете купить, цена достаточно лояльная. В соло руки один промокод вам выдам. Ну а так, в принципе, все, что хотел вам сказать. Всем спасибо и пока-пока. Ребят, стример набрался опыта и готов предложить свои услуги. Первое — это любые услуги по Raid Shadow Legends. Это там прохождение подземелий, КБ, советы, просто обзор аккаунта. Цены будут очень доступны, они будут на raid.guru в моем сайте. Для новичков, кстати, очень советую. И вторая услуга — это покупка доната с помощью карты из другой страны. Я себе ее завел, могу помочь за очень небольшой процент. Это просто как помощь для игроков СРФ, кто не может купить себе донат. Спасибо за внимание.